Так, всем доброе утро. Это у нас тут выставочный зал. Вот. У Иванова. Кинь, кто там был еще? Кинь и Волга. Сейчас время 5 утра. Вот такие вот выставки. Даже написано. В 1905 году вот так вот одевали. И сейчас можно так одеваться. В 1905 году аж здесь. Да, угадь. Тогда уже шикарно одевали. Тут были проканы такие вот. Выставочные. Конечно, надо было на телефон снимать, но на камеру лучше снимать. Ну вот такие вот выставки. Картины. Рассказы всякие. Ну, как раньше было. В 1926 году. Ого. Это очень далеко. Начало 1880-х годов. В 19 веке аж. Блин. Да. Вот такое вот искусство. А тут много чего есть. Тут прям как раньше делали выставки, там фильмы, сказки и так далее. Творчество. Вон даже как и раньше ходили в платье, костюмы всякие. Интересно, какого года? 1860 года, ого. Прям вот так вот нарезали. А это тоже 1860 года. Офигеть. Это тоже, блин. Конечно. Нарезали, вот это модно было. Вот это 70-х годов. 1870-х годов. Вот опять 60-х. Мне кажется, бы и сейчас бы так бы одевались. Мода, она не уходит, как бы. Театры. Да, вот такие вот. Вот так вот одевались. Старые стулья отдыха. Мужики костюмы всякие были, блин. Интересно. Уже 1890 года.
Танка губерния. Карта. Да, ребят, вот такие вот наряды были ранее. Довольно неплохо. Я пробую. Еще бы такое бы, наверное, одевали. 1870 году. Но это то же самое. Вот только 1894 году. Вот такое платье. Наряды, конечно, интересные были. Необычно. Ну, такие вот. Это кого-то скушает. Не, у Иванова всегда выставки интересные. У нас, к сожалению, налагали в Липецке. Такого нет. А можно было устроить. Типа историю Липецка сделать. Хорошая идея, кстати. Но не знаю, будет ли будет такая вот история. Ну, тут всегда очень красиво, особенно Рождество. И кто помнит, я был тут. Ну, всегда тут красиво смотрелось. Вот такая вот выставка. Так что всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и всем пока-пока. До следующего видео и еще. Это был выставок Мигал. Обетованные места. Волга и Кенисма. Жизнь творчества. Островского. Вот такая вот. А территория, да, интересно сделано. Не будем ставить лайки, подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Всем удачи, всем пока-пока.